Примите удобное положение тела, закройте глаза. Мы начнем упражнение с обратного отсчета от 3 до 1. Сделайте глубокий вдох, а при выдохе мысленно назовите и представьте цифру 3. 3 раза. Уровень 3 для физического расслабления. Находясь на нем, вы можете научиться расслабляться с головы до кончиков пальцев ног в считанные секунды. Чтобы помочь вам научиться расслабляться физически на 3-м уровне, я направлю ваше внимание к отдельным частям тела. Сосредоточьте свое внимание на коже головы под волосами. Отпустите все напряжение и полностью расслабьте эту часть головы. Сосредоточьте свое внимание на ощущениях кожи лба. Полностью расслабьте эту часть головы и приведите ее в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже. Сосредоточьте свое внимание на ощущениях век и тканей вокруг глаз. А теперь полностью расслабьте эту часть головы и приведите ее в состояние глубокого расслабления. Сосредоточьте свое внимание на ощущениях кожи лица и щек. А теперь полностью расслабьте эту часть головы и приведите ее в состояние глубокого расслабления. Сосредоточьтесь на ощущениях в шее. Полностью расслабьте эту часть тела. Приведите в состояние глубокого расслабления. Сосредоточьтесь на своих плечах. Полностью приведите свои плечи в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже. Сосредоточьтесь на грудной клетке. Полностью расслабьте свою грудную клетку. Сосредоточьтесь на животе. Приведите свой живот в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже. Сосредоточьтесь на бедрах. Полностью расслабьте бедра и приведите их в состояние глубокого расслабления. Сосредоточьтесь на коленях. Приведите свои колени в состояние глубокого расслабления, которое будет становиться все глубже и глубже. Сосредоточьтесь на икрах. Расслабьте свои икры и приведите их в состояние глубокого расслабления. Сосредоточьтесь на ступнях. Расслабьте свои ступни. Погрузитесь на более глубокий и здоровый уровень сознания. Сейчас вы погрузились на более глубокий и здоровый уровень сознания, глубже, чем до этого. Это ваше физическое расслабление на уровне 3. Всякий раз, когда вы мысленно произнесете или представите себе цифру 3, ваше тело полностью расслабится. Как сейчас, и даже больше по мере практики. Сделайте еще один глубокий вдох, а при выдохе назовите и представьте цифру 2, 3 раза. Уровень 2 предназначен для психического расслабления. На этом уровне звуки не будут вас отвлекать. Вместо этого звуки помогут вам еще больше психически расслабиться. Чтобы помочь вам расслабиться психически на втором уровне, я хочу представить вашему вниманию
несколько пассивных образов. Представьте любую картину, которая успокаивает вас. Это может быть солнечный день на пляже, прогулка в лесу. Представьте любую картину, которая вас успокаивает. Вы чувствуете психическое расслабление на уровне 2. Звуки уже не отвлекают вас. Чтобы расслабиться еще больше, продолжайте представлять безмятежные и пассивные образы. Для перехода на первый базовый уровень мысленно назовите и представьте цифру 1 три раза. Теперь вы на первом уровне. Это основной уровень, который вы осваиваете ради цели, любой цели, достижения которой вы желаете. Чтобы помочь вам перейти к более глубокому и здоровому уровню сознания, я буду вести обратный отсчет от 10. По мере уменьшения цифр вы почувствуете, как погружаетесь глубже и проникаете на все более глубокий и здоровый уровень сознания. 10. 9. 6. Все глубже и глубже. 5. 4. 3. Еще глубже. 2. 1. Сейчас вы на более глубоком и здоровом уровне сознания, глубже, чем до этого. Чтобы еще глубже погрузиться в состояние расслабление. Расслабьте свои веки. Позвольте чувству расслабления медленно разлиться по вашему телу. Это чувство полного расслабления восхитительно. Это очень здоровое состояние. Чтобы помочь вам проникнуть на более глубокий и здоровый уровень сознания, я сосчитаю от 1 до 3 и сделаю щелчок пальцами. В этот момент вы мысленно представите себя в вашем идеальном месте для расслабления. Затем я замолчу, и когда вы услышите мой голос снова, 1 час времени пройдет на этом уровне сознания. Мой голос не потревожит вас. Вы сделаете глубокий вдох, расслабитесь и погрузитесь еще глубже. 1, 2, 3. Мысленно перенеситесь в свое идеальное место для расслабления, пока не услышите мой голос снова. Расслабьтесь. Расслабьтесь, сделайте глубокий вдох, а на выдохе расслабьтесь и погрузитесь глубже.
Мышление гения отличается от мышления обыкновенного человека тем, что гений использует больше возможностей своего разума и делают это особым образом. Вот некоторые полезные утверждения, которые вы можете повторять за мной. Повторяйте прямо сейчас. Возможности моего разума расширяются для служения благу человечества. Каждый день и во всех отношениях я становлюсь все лучше и лучше и лучше. Позитивные мысли приносят мне благо и пользу, которых я желаю. Я всегда буду поддерживать идеальное здоровье своего тела и сознания. Каждый раз, когда вы действуете на этих уровнях сознания, вы извлекаете пользу как физическую, так и психическую. Вы можете использовать эти уровни сознания, чтобы помочь себе физически и психически. Вы можете использовать эти уровни сознания, чтобы помочь своим любимым физически и психически. Вы можете использовать эти уровни сознания, чтобы помочь любому человеку, который нуждается в помощи физически и психически. Вы будете использовать эти уровни сознания только конструктивно и творчески, с добрыми, честными, чистыми, непорочными и позитивными намерениями. И это действительно так. Вы и дальше будете стремиться участвовать в конструктивных и творческих делах, чтобы улучшить мир, в котором мы живем, чтобы оставить после себя лучший мир для будущих поколений. С учетом возраста вы примете все человечество как отцов и матерей, братьев и сестер, сыновей и дочерей. Вы исключительный человек. Вы обладаете большим пониманием. Вы более милосердны и терпеливы. Через мгновение я сосчитаю от 1 до 5 и сделаю щелчок пальцами. В этот момент вы откроете глаза, вы будете чувствовать себя бодро и хорошо. Здоровье будет отличным, а самочувствие лучше, чем прежде. 1, 2, сейчас медленно выходим. 3, на счет 5, вы откроете глаза, вы будете чувствовать себя хорошо, бодро. Здоровье будет отличным, самочувствие лучше, чем прежде. Вы будете чувствовать себя так, как после здорового, восстанавливающего, освежающего и расслабляющего сна. 4, 5. Глаза открыты, вы чувствуете себя хорошо и бодро. Здоровье отличное, а самочувствие ваше лучше, чем прежде.